Мы, друзья, торопились все сюда. Мы волнуемся сейчас, потому что в первый раз группой здесь хотим служить. Просим строго не судить. Много мы еще не знаем, очень мало понимаем. Но когда мы подрастем, много еще поймем. Но сегодня люди тут радуются все Христу. Вот поэтому и мы радуемся от души. Хорошо, что Иисус воскрес, и хорошо, что Он теперь живой. Я твердо знаю, Он любит всех, и я люблю Спасителя душою. Однажды, мама, мы узнали, что Иисуса сильно били, над Ним смеялись, издевались. Мне жаль тогда Иисуса было. На крест Иисуса положили, потом к кресту Его припили. Кровь по рукам Христа текла, Он все стерпел, я бы не смогла. Но Папа наш нам так сказал, Иисус Христос за нас страдал, терпел и не жалел себя, чтобы нам попасть на небеса. Как больно Иисусу было, когда подняли крест Его. Последний терял он силы, и вот он умер. Нет того, кто много так чудес творил и очень всех людей любил. Ученики Его пришли и в гроб Иисуса отнесли. Как пусто стало на земле, как горько-горько плачут те, которые Его любили, которые за Ним ходили. Как плохо люди поступили, что ко кресту Его прибили. Но папа мой вчера сказал, что в этом виноват и я. После распятия 2 дня уже прошло. Утром, когда было еще совсем темно, грустные жены к гробу идут и аромат с собой несут. Трудно им жить без Иисуса Христа, скорбью, печалью полны их сердца. Вдруг у гроба ангел им предстал, изумленным женам он сказал: «Возвещаю радостную весть, не грустите, Иисус воскрес! Иисус воскрес, поверить трудно, это было радостное утро». И мы сегодня радостны. Детишки вместе с нами. Солнце греет ласково, всех теплыми лучами. Поет Христу хваление, все Божие творение. Все празднуют торжественно Иисуса воскресенье. Друзья, хочу вас с праздником поздравить, да не устанем Бога славить. Пусть эхо вознесется до небес. Христос воскрес! Воистину воскрес! Пусть в нашем сердце Иисус живет, с Ним хорошо, Он радость нам дает. Держаться будет дальше от греха, чтоб нам попасть к Нему на небеса. На этом мы закончим наш рассказ. Мы рады, что вы выслушали нас еще побольше. Вы нам расскажите и на любовь Иисуса укажите. Аминь.